В джунглях Вальверде стали происходить загадочные и жестокие убийства. Но разобраться был отправлен спецназ. Выжил только один главный командос. Но из джунглей он вернулся беременным. Я тоже стану мамой. И вскоре у него родился уродец. Дело откровенно попахивало сверхъестественным. Сверхъестественное. И вот уже братья Сеня и Дёня Ружбайкины запрыгнули в «Шевроле» и телепортанулись на Вальверде. Поначалу, немножко постреляв в пустоту, братья наконец допёрли. Вот. Смотри. Что имеют дело с невидимым божеством. Ружбайкины сварили зелье и прочитали проявляющее заклинание. Ах ты ж, падла, мать твою, появись же ты, тварь вонючая. Бля, бля, здоровый какой. Появился и зарычал злой монстр. И тут же получил от Дёни монтировкой по челюсти. Сеня силой мысли высосал всю зеленку из монстра. Да и башку этому чудику отрубить братаны не забыли. Вот так вот были спасены джунгли Вальверды. За что братья накатили по 0,5 с их ангелом Оси. Конец.